2, 1, вперед, 8, 7, 6, 5. Гузель Кутлугильдина до недавнего времени к спорту была равнодушна. Расписание тренировок увидела в социальных сетях. Решила попробовать. Затянула с головой. Идти заниматься теперь ей только в радость. Ведь это интересно и полезно. И фигуру подточишь, и здоровье поправишь, рассказывает девушка. Я вообще первый раз на фитнес начала ходить, честно говоря. Поэтому сравнить нечем, но очень нравится. Бодро, весело. Чувствуется прям, что мышцы есть, и наконец-то они работают. Площадка для занятий организована в парке имени Юрия Гагарина. В парке Гагарина «Самара в движении» организована в зоне стадиона, где сосредоточено наибольшее количество занимающихся. Теперь там установлена дополнительная сцена, подиум для занятий. И с понедельника по пятницу с 17 до 21 часа работают инструкторы фитнес-клубов. Под руководством опытного тренера Ирины Красильниковой здесь проходит тренировка «Сделай тело». Занятия на открытом воздухе сильно отличаются от тех, которые проводят в зале, говорит специалист. Как минимум одно из главных отличий, что в зале ты тренируешься с большим количеством оборудования, если мы говорим про силовые программы. Здесь мы работаем больше собственным весом, и именно в таких условиях тренер хорошо может прокачать свои профессиональные навыки. Здесь ты исходишь из своих талантов, от своей фантазии, от своего воображения и ориентируешься только на себя, ну, естественно, на настроение ребят, которые пришли заниматься. Физкультурно-оздоровительная акция «Самара в движении» продлится до конца лета. В проекте участвуют спортивные федерации, фитнес-клубы и танцевальные студии. Это знакомство, это дружба с активным, здоровым образом жизни. Вот. И как вот говорят некоторые тренеры, говорят, вот эти занятия разными направлениями, они людей раскрепощают, делают свободнее. И духовно, и физически. То есть вот как-то вот есть большие плюсы. Каждый год к акции «Самара в движении» присоединяются новые виды спорта. Становится все больше и площадок. В этом году они расположены на площади Куйбышева, в парках Гагарина и 50-летия Октября, а также на пляже под Первомайским спуском. Актуальную информацию и расписание тренировок можно найти в группе ВКонтакте «Самара в движении». Вниз. Друзья, один, не могу удержаться, два, решила присоединиться. Вниз. Один, два, наверх. Четыре. Тяжело. Еще четыре. Непривычно. Три. Но хорошая музыка. Два. Отличный тренер. Один. Молодцы. Заряжайте настроение. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События.